В деревне Шатово завершили капитальный ремонт моста. Глава муниципалитета Сергей Никитенко вместе с депутатом Московской областной думы Татьяной Корзубовой встретился с жителями деревни и оценил результат проведенных работ. Любовь Алексеевна – жительница Шатова в пятом поколении. Для нее родная деревня – это место силы и отдыха. Здесь растут ее внуки. Мы очень-очень рады, если эта тема затрагивается, мы очень-очень рады, что нам сделали такой мост. Благодарны администрации, благодарны старости. Спасибо вам большое. Здесь бревна лежали когда-то, а теперь вот современный более-менее мост. У нас родственник там полдеревни, нам часто приходится туда ходить и ездить. Да. Да. То есть в последнее время, если мы туда уже не ездили, то ходили, теперь вот станет нам легче. Мост проходит через реку Сухменко и соединяет одну часть деревни с другой. Более того, по нему выезжает на центральную магистраль. Его ремонт для жителей был одним из важнейших вопросов. Ведь раньше из-за аварийного объекта они не могли вызвать ни такси, ни скорую помощь. В ходе ремонта разобрали старое основание, уложили новые плиты и отсыпали щебенкой разной фракции. Установили поручни. Теперь новый мост стал намного шире и удобнее. Мы хотим сказать вам огромное спасибо, что вы нашли возможность. Вот маленькая деревня, небольшое количество людей, но вы для нас сделали вот... большое очень дело. Мы ставим для себя задачу каждый год увеличивать количество дорог, которые мы будем делать. Для нас это приоритет, потому что, еще раз говорю, это зависит от удобства и качества жизни. Здесь, на селе, скажем так, на сельских территориях. Мы просто работаем для того, не знаю, облегчит, наверное, неправильно, а то, чтобы действительно сделать вашу жизнь удобной. Облегчит. Тем более деревня с историей, с огромной историей. Мост – не единственные перемены, которые произошли в деревне за последние годы. Населенный пункт преобразился. В этом году в деревне Шатово попала в программу социальной газификации. То есть деревня до конца года будет газифицирована. Для жителей было сделано в 2020 году отсыпка щебнем 4 километров дорог. Вот, ремонт моста. Был косметический ремонт проведен с силами жителей памятника. Справедливо говоря, потом жители дальше его и сами поддержат по сей день, и сами установили плиты памятные, и цветы высаживают. Также были проведены акции «Посади лес» и «Лес Победы» на территории у храма. Вот здесь без ложной скромности скажу, у нас жители очень прекрасные и дружные. То есть не только мы на администрацию надеемся, да, но и... Это наша деревня, это наша малая родина, и мы сами прикладываем усилия. Благоустройство родного места всегда должно быть в интересах его жителя. По облику Шатова можно смело сказать, что тут живут трудолюбивые селяне, которые любят, берегут и заботятся о своей деревне.